Четвертый международный туристский форум в Сочи вот-вот начнет свою работу. Уже стартовали ознакомительные туры по объектам курорта. Впереди выставки, конференции, деловые знакомства с расчетом на тесное сотрудничество. На этот раз собирается рекордное количество туроператоров – более 300 фирм. К нам традиционно также приезжают туроператоры, но мы попросили, чтобы это были новые туроператоры, которые не были еще в городе Сочи, чтобы им показать все туристские возможности города. Следующее отличие – это мы будем презентовать наши три основных направления развития туристского потенциала города Сочи. Первое – это программа «Открытый юг». Такая программа должна сделать отпуск для многих доступным и полезным. Отдых с лечением от 1400 рублей. Вторая часть – это развитие спорта на базе олимпийских объектов, который должен быть востребован в межсезонье. Немаловажной частью потенциала курорта является и конгрессный туризм. Сочи способен принять около 2000 человек на подобного рода мероприятия. Увеличить количество постоянных гостей в олимпийской столице – это и есть основная задача форума для сочинцев. 300 туроператоров со всей страны. Это большое мероприятие. В рамках этого конгресса туроператоры осматривают достопримечательности города Сочи, осматривают отели города Сочи для того, чтобы уже в своих регионах им было легче продавать туры в наш любимый город Сочи. Международный туристский форум пройдет в канун открытия зимнего сезона в Сочи. Организаторы уверены, что здесь и сейчас круглогодичный курорт обретет сотни партнеров.